Ульяновский завод по производству лопастей для ветроустановок получит новые заказы. «Вестас» – единственная подобная производственная площадка в России. О перспективах в отрасли говорили на энергетической неделе в Москве. За столом переговоров губернатор Алексей Русских и руководство компаний «Фортум» и «Роснано». В планах построить новые корпуса за счет полученного инфраструктурного кредита от федерального правительства. Сейчас у нас действуют два ветропарка, которые вырабатывают общую мощность 85 мегаватт. Это порядка 7-8% потребления области. В планах строительства еще ветропарков на 150 мегаватт. Соглашение уже подписано, невысокой степени готовности. С руководством группы «Роснано» обсудили вхождение Ульяновской области в новые пилотные проекты госкорпорации и продолжение программы локализации компонентов и материалов для ветроэнергетики на территории региона. Пример тому – проект турецкой компании «Дуо Акса». Уже зимой новый завод заработает на территории портовой особой экономической зоны. Предприятие займется производством полутразионного профиля для производимых лопастей «Вестаса». Это прямоугольный профиль из углеродного волокна с высокой степенью пропитки композита. Также Алексей Русских принял участие в обсуждении перспектив зеленой энергетики. Он рассказал, что регион работает над созданием углеродно-свободной зоны, где резиденты смогут получать прямые зеленые киловатты. Сегодня все крупные иностранные инвесторы, которые приходят в регион, являются мировыми лидерами по декарбонизации производства и внедрению зеленых технологий. Ни один крупный иностранный завод, построенный в регионе, в последнее время не наносит ущерба экологии. Все эти шаги помогут повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Анна Тищенко, Улправда ТВ.